Опасную для жизни подделку под видом элитного алкоголя продавали в Чебоксарах двое местных жителей. За это они предстанут перед судом. С лета 2015 года жители Чебоксар закупали суррогатный алкоголь у поставщиков, чьи личности сейчас устанавливаются, и продавали его под видом коньяка, водки, виски и текилы, известных российских и мировых производителей. В ходе проведенных обысков и других следственных действий было изъято более 360 пол-литровых бутылок с этикетками, где были указаны торговые марки известных производителей алкогольной продукции, а также более 25-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, которая содержит в своем составе завышенную концентрацию метанола, сивушных масел, а также токсичные вещества, в том числе ацетон, вследствие чего представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья человека. По уголовному делу провели 26 судебных экспертиз. Дело передано в суд. Сейчас злоумышленники под домашним арестом.